Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Обязательно подпишитесь на мой канал в Ютубе и в Инстаграме. Все ссылочки в описании. Сегодня 30 июля. Целый день была жара. Сейчас вот вечер уже. Без 27. Народу на пляже по-прежнему много. Люди купаются, загорают, наслаждаются отдыхом. Водичка здесь, конечно, баламученная этим количеством людей. Но это никого не смущает. Люди дальше идут, купаются. Температура воздуха где-то 30 градусов. С моря дует легкий ветерок. Море спокойное. А вот здесь платформочка. Погода отличная. Температура воды порядка 25-27 градусов. Такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!